Чебоксары готовятся к предстоящему 550-летию. В парке Амазония появился новый арт-объект «Ладья». О том, что он означает по версии историков и что видят в нем чебоксарцы, Ольга Пырочкина. Ладья, рассекающая воды Волги. Новый арт-объект. К юбилею столицы Чувашии можно найти, если идти по основной аллее парка Амазония от главного входа. Я считаю, что ладья является лучшим памятником 550-летию первого летописного упоминания Чебоксар. Потому что ровно 550 лет назад, ну плюс-минус день, здесь, на берегах нашего города, появилась судовая рать воеводы Ивана Руно, который был послан Иваном III в поход на Казань. Именно на такой ладье и прибыли у нас русские войска сюда. И это считается первым достоверным известием о Чебоксарах в летописи. Деревянное строение рядом с ладьей символизирует сторожевую башню. По указу Ивана Грозного в Чебоксарах построили крепость. Основной задачей дизайнеров было подчеркнуть историчность города, показать, что один из старейших городов, расположенный на реке Волге, то, что судоходство сыграло огромную роль в его формировании, в его развитии. Горожане объект в качестве красивого места для съемок оценили. Очень понравился, хороший корабль. Я приду сюда гулять с мамой и папой. Красиво. Мы уже фотографировались. Впрочем, есть у горожан и нашей съемочной группы и пожелания к столичной администрации сопровождать подобные символичные объекты табличками с разъяснениями, так как понять полный смысл, который вложили авторы, не всегда просто. А что, как вы думаете, вот почему именно такой поставили арт-объект? Как? Волга, наверное? Волга? Ну, да? Волга, может, кто-то речка, на каком-то река, таком этом пароходе заезжал к нам? Не знаю. Украшать столицу Чувашии к празднику в ближайшее время продолжат. Так, к ладье и зеркальным лебедям на кольце у энергозапчасти добавится композиция балерины у театра, оперы и балета. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика.